сейчас еще подумаю, что это Атлант. Они не по отдельности называются. Ну вот. Ой, как долго. Да-да. Они здесь не раздельно. На Кировоградской 8 вот раздельно. Нажимаешь с одной стороны, с другой не загорается. Здесь такого нету. Не сделано. Кнопка вниз. Блин, как они все далеко-то уехали, а? Сейчас бы не вошел кто-то самый не вовремя. Это Ника Макс. Естественно, да? Макс, закрывай, пожалуйста. Ай. А, это все-таки Камакс, да? Я думал, что это обычный Хембер. Это просто Камакс со старой кнопкой, да? Едет не снимать. Ну, я понял. Ладно, хорошо. Он, как понимаю, не будет отправляться, да? Ну, я сейчас опишу, да. Ну, если не отправится, то ты едь вниз, я другую буду ловить. На втором? Да. Ну, ладно, давай, я тогда какой-нибудь другой поймаю. Даже свет не успел включиться. Даже вот реально вхожу, свет не успел до конца включиться. Я согласен. Вот, ты хочешь пассажирский поймать, да? Я вхожу, знаешь, он даже свет не успел включиться. Угу. Опыт сразу на 22-м стоял, повезло. Ну да, ведь мы когда были на первом, там он стоял. Мы будем с тобой два снимать, да? Да, да, давай. Сейчас спустимся там вниз на первый. Угу. Чтобы они им это не тратили время на. Пассажирские вроде отправляются, грузовые-то нет. Как? А, отправляется, хорошо. О! Везение. То нам везет. Давай, ладно, первый. То нам везет, то не везет. Кокоска.
все-таки рассчитано на 5 человек пассажирских. Да. Тут, конечно, может, в принципе, 5 человек вместиться, но как-то если очень грамотно стоит, потому что нам даже вдвоем тесно. Есть такое. Так. Такого не бывает обычно, это как-то неровности, блин, что? Подержи, я держу сейчас. Ага, я держу, да. Будьте сыграть. Все, поехали, первый. Ну а что ты хотел? У нас все лифты под дженерик технологии забирают. У нас очень дешевые лифты. ЧЗК, МЗ, это все по дженерик технологии собирается. Вот единственный нормальный лифт в последнее время это стриж или... Стриж, это да. Ну это тоже дженерик, потому по сравнению с этим вот этой вот какашкой. Это, конечно, стрижане классные, ведь там это китайская используется система, типа... На станцию Уэлл. Здесь даже, ну, еще все-таки они иногда либо переезжают этаж очень сильно, либо не доезжают, там очень большой порог. Не, а некоторые на ночь это нормальные? Ну, это тоже по-разному. У нас в России такой рандом, ну, прям тоже. Экологи энд экономи. Я только сейчас заметил, смотри, кнопка вызвать диспетчера перевернута. Смотри.